Так, мои хорошие, собираюсь шинковать капусту. Вот такой вот вилочек у меня есть. Сейчас буду опять тушить капусту. Ребятам помыла яблочки уже, они уже кушают их. Я себе тоже одно почистила. А съесть времени нет. Надо все нашинковать, приготовить, чтобы кушать готовить. Ладно, я буду шинковать. Чуть позже покажу вам все. Так, мои хорошие, я продолжаю готовить. Постуна получится. Параллельно мне еще приходится с Оксаной уроки делать, бегать. Идем сюда и обратно. Бегаем. Короче говоря, приправа достала. Хочу сейчас приправки добавить. Зажарку уже делаю, что посуду понаставили. Сейчас все поели, посуду понаставили. Так. У меня как-то в каком-то блюде попадался вот такой вот пакет для запекания. Так и лежит все еще. Так, мне на чеснок сушеный. Для рыбы есть, для корейки, карри. Чеснок сушеный вот нашла. Добавить. Марин, мне некогда, доча. Так, иди, Ваня, отсюда, пожалуйста. Идите туда, в комнату. Дайте, мама будет готовить спокойно без вас. Так, короче говоря, добавляю всякие приправки. Что это? А, это сахарная пудра. А это что тут? А, господи, каких только приправ нету. Всякие есть приправы, а потом добавить не знаю что. Чеснок сушеный добавила. Сейчас добавлю вкусную соль и здесь роллтон еще. И все, по сути, все приправки. Ладно, продолжаю готовить. У меня тут я уже капусту нашинковала и все остальное. Сейчас будем готовить кушать. Тесто пока не делаю, потому что некогда. Сегодня Оксане очень много задали уроков. Маше тоже очень надо, думала, что сегодня мало, она думала, что сегодня четверг, завтра пятница, поэтому уроки мало она будет. Оказалось, что сегодня среда, а завтра четверг, уроков много. Да. Сейчас сделаю, все, иди, делай уроки. Ладно, продолжаем кушать, готовить. Купила сегодня свинину в белом соусе. Василис, ты тут так красиво уселась на стуле, и тут с такой открывашкой. Сколько вот брала? Тушенку никогда с такими открывашками еще не попадалось. Так как я сегодня хочу капусту потушить, тушенку добавить еще туда. Ну, в принципе, вот такая вот она, ребят. В принципе, мяса много. Но запах какая приятная. Я хочу попробовать. Я знаю, что вы сейчас мне скажете, что Настя, нельзя так пробовать. Вкусно. Мне прям нравится. Но я прям целую банку съем. Я шучу, ребят. Но мне нравится. Волокнистое такое мясо. Смотрите. Все, то есть сейчас правда съем. Все, продолжаем готовим. Ну вот, ребят, вывалила я тушенку, которую сегодня взяла. Видите, вот она. По сути, неплохая. Мне даже понравилось. Были бы деньги, набрала бы побольше такого. Где-то так в суп или где-то еще добавить можно. У меня здесь тушится капуста. А здесь я поставила варить кисель. Так что готовим дальше кушать. Так, рис с капустой потушила. Еще делаю орешки. Вот уже первую партию поставила. Вот у нас орешница наша. И делаю. Потому что завтра Маша на кашколе сделать было пироженку. Но у меня для пироженки сейчас ничего такого нету. И я позвонила учителю, говорю, а можно орешки? Потому что, говорю, тесто у меня заведено уже. Мы сегодня, говорю, орешки делаем. Она говорит, ну давайте орешки и рецепт обязательно принести. И вот тесто у меня уже заведено было. Достала его сейчас, первую партию положила уже. Выпекаем. Делаем. Так, ребят, вот столько вот уже нажарили орешков, наделали. Ай, горячие еще. Сейчас будем начинять их сгущеночку. Вот такие вот они. Некоторые, видите, неровные, но ничего, мы все равно их начиняем. Ну, такие вот орешки. Там последние доделываются. Сейчас будем начинять сгущеночкой.
Так, дорогие друзья, все напекли. Машенька сейчас сделает их. Там, извините, тарелка стоит. Это кушали, ребятки. И Маша сгущенку. Мы сгущенку с чем, Маша, смешивали? Маслом. С маслом, да. И вот все, Машенька сейчас начинит их и соединит. И вот такие вот у нас вкусные орешки получаются. Завтра Машенька в школу понесет еще. Да, Машенька? Ну, тут с дырочкой, да, получилось. Ну, ты красивые выберешь ведь для школы. Все, короче, у Машенька работа занята. Не будем ребенка отвлекать. Так, один. У нас тут орешки уже вдвоем делают. Оксана с Машей. Делаем, делаем. Че вы? Делаем. Молодцы. Это все я. Да. Маша сразу отскочила. Знаете, как они делают? Они больше съедают, чем делают. Маша сейчас на стол упадет. Ладно, пусть делают, потом покажем. Так. А здесь у меня уже чуть-чуть осталось рис тушеный с капустой. Здесь у меня кисель вареный. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у меня время ночи уже. Короче, не доели дети орешки. Сейчас убираю. Завтра доедят. Ничего страшного. Целая тарелочка еще осталась, орешки. Василис, ты так вот хорошо на кресле сидишь. И уберу в холодильник. Так. Все. На столе сейчас все поприбираю. И все, и спать пойду. Сейчас выпустила видео и читала комментарии по поводу того, что вот время 12 часов, как ты играешь на видео, а у тебя ребенок не спит. Дорогие друзья, он проснулся в туалет. Мне что ему теперь сказать? Ваня, не ходи в туалет, терпи, я сейчас засниму, потом придешь. Да? Нет, ребят. Он пришел в туалет, он пописил и пошел дальше спать. Так что вот такие вот дела. Ладно, мои хорошие, я сейчас буду все убирать. Надо прибираться, посуду завтра с утра уже. Полоснем. Так, аппарат у меня высох. Сейчас его хорошенько обтереть. Внутри я сразу мыла, пока он горячий был. Сейчас только осталось немножко обтереть его и все. И убираем. Я его храню также в коробке. Как он есть в коробке, так и храню. Ну, мне так удобнее. У меня только от второй сломали коробку. Так, нет. Как она вставляется? Вот, вот. Мне так удобнее хранить коробку. Я знаю, что это ставится, заморачиваюсь сильно. Так, нет, немножко не так. Не поняла, а что эти слетают? Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Так что, дорогие друзья, вот такие вот у нас дела. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все, я сейчас все убираю на столе и пойду спать. Что смогли, немножко засняли. Если вам понравилось, подпишитесь. Всем желаю всего самого хорошего. Будьте чуточку добрее, тогда все у вас получится. И у нас тоже. Всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, продолжаю снимать, как видите, ночь. У меня постиралась машинка. Я всегда стираю на ночь, чтобы оно подсыхало, к утру, чтобы высыхало, и днем, чтобы не висели эти длинные простыни или еще что-нибудь. В целом, стирки очень много, стираю всегда по ночам, но потому что у меня двухтарифный счетчик, и поэтому я стираю по ночам. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог. Пока развешиваю, хочу вас попросить, чтобы вы подписались, если вы не подписаны на наш канал. Поставили колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Я показываю свою реальную жизнь, как я живу. Ничего другого, в принципе, и нету. Да, мы живем небогато, но как можем, так и выживаем, можно так назвать. Поэтому я надеюсь, что вы мне поможете просмотрами, поддержите мою семью, моих детей. Больше я от вас как бы ничего не прошу, только помочь просмотрами. Всем желаю всего самого хорошего, всем желаю счастья, благополучия, ну и всего-всего самого наилучшего. Самое главное, берегите свое здоровье, потому что сейчас тяжелые времена.
когда все очень сильно болеют. У меня, слава богу, пока вроде все выздоровели. Чего и всем остальным желаю, чтобы никто не болел у вас, и чтобы все было у вас в семье самое замечательное. Ну вот, на этом я видео свое завершу. Если понравилось, то прошу, поставьте лайк. И просмотрите, пожалуйста, рекламу, чтобы хоть как-то бы этим вы поможете нашей семье. Я буду вам очень благодарна. Ну и всем на этом говорю пока-пока.